Вот он, один. Вот прямо им на дорогу надо после дождя. Они все поактивизировались, выползли. А тут велосипедисты, вон еще. Прям любят они на асфальт выползать. Один вот уже где. То есть его спокойно могут... Спокойно велосипедисты могут его сбить. Сейчас надо будет его... Давай, заползай, дружище. Надо будет его перенести сейчас. Потому что тут очень много велосипедистов. Давай, заползай. Это дружбаны наших, Герри и Спиди. Кто еще наших не видел, ссылку оставлю в описании. О, какой. Давай, 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 заползай. Любопытный. Опа. Так. Все, дорогу перешел. Опа. Тут еще где-то один. А, вот он, начал свой путь. Тоже тебя перенести. Мам, я уже двух перенес. Главное, чтобы они назад потом не захотели. Вот еще один товарищ по дороге чешет. По дороге чешет. Давай, давай, давай. Это опасно. Опа! А этот товарищ мне подсказал, что можно нашим давать. Вот такой листик тоже взяла. И крапиву еще. Потому что они, смотрю, тут этим питаются. Нашим отнесу.